ушибы, растяжения, переломы и ожоги от взрыва петард. Свыше 1000 жителей областного центра получили травмы в дни новогодних каникул. Чаще всего в городские больницы обращались с повреждениями головы, конечностей и ребер, заработанных самарцами в результате катания на тюбингах, лыжах и коньках. Травмировались горожане и на скользких тротуарах и дорожках. 8 человек из-за неосторожного обращения с пиротехникой получили ожоги, среди них 3-летний малыш.